Середина недели встретила белорусов порывистым ветром, который без преувеличения сносил с ног. И даже плюсовая температура ощущалась слабо. Всему виной украинский антициклон. Пока белорусы привыкают к солнечной погоде, в Казахстане в середине весны выпал снег. Местным жителям рекомендуют не выходить из дома. Похожая ситуация в Норвегии. Страну укрыла белой шубой толщиной в метр с небольшим. А вот на Фиджи бушует тропический шторм. На острове не ходит общественный транспорт. Ураган повредил дома, повалил деревья и линии электропередач. Пострадавших нет. Завтра сохранится повышенное атмосферное давление. Дождя не будет. Ветер, обещают синоптики, стихнет, но лишь на несколько часов. После обеда обещают порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 4 с плюсом, днем максимум 19 тепла. Кристина Ильянс, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск 360.